Чё творим? Про меня зовут Царки, а не зи просрал уже просто слауша. Приподписывайся на мой канал, чтобы быть моей Суприм Банде. Самый лучший бани на ютубе, ведь бро, притримы Суприм Банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. А я как вижу, про тебя же не очень нравится быть под нами. Так что, бро, подписывайся на мой канал, чтобы быть моей Суприм Банде. Самый сильный бани на ютубе. И также сегодня со мной видео снимает Настя. И Суприм Банда, сегодня у нас реально жесткое видео, потому что мы только что сняли прошлое видео. Я думаю, вы видели это видео, потому что мы купили легендарную куклу Аннабель. И она, черт возьми, проклята. Она реально двигается, Банда, она реально живая. И она меня чуть ли не убила. В прошлом видео я вам это показывал, Банда, это такая жесть. И в том видео, Банда, я пообещал, что я разрежу эту куклу прямо сегодня, прямо в этом видео. Именно сегодня мы разрезаем проклятую куклу Аннабель и смотрим, что находится внутри проклятой куклы. Это жесть, Суприм Банда, тем не менее, вы знаете. Давайте это видео наберем. И тогда, Суприм Банда, я разрежу куклу Чаки. Только вдумайтесь, ту самую проклятую легендарную куклу Чаки. Только за 10 тысяч лайков. Окей, Банда, нам сейчас же не нужно ждать 3 часа ночи. Потому что, как оказалось, кукла работает даже не в 3 часа ночи. Она оживает просто в любое время. Даже днем, это жесть, Суприм Банда. Сегодня же, Банда, я разрезаю эту куклу, проклятую куклу. Тем временем, Банда, надеюсь, вы лайк уже поставили, а мы начинаем разрезать куклу. Окей, Суприм Банда, это просто жесть, глядь, это же реальная кукла Аннабель. Если честно, когда я увидел прошлое видео, я и поверить в это не мог, потому что, ну, она совсем не похожа на Аннабель. Но все-таки, Банда, моя теория подтвердилась. Аннабель может телепортироваться с одной куклы в другую. И сейчас дух Аннабель находится в этой кукле. Это жесть, Суприм Банда, это объясняет то, почему эта кукла так сильно похожа на Аннабель. И, Банда, то, что это Аннабель, мы подтвердили в прошлом видео, потому что вы видели, как она просто подлетела как демон. Это жесть, Банда, я все еще боюсь на нее смотреть без этого креста. Тем не менее, Банда, вы знаете, сегодня мы разрежем эту куклу. Но есть одна проблема, она пластиковая. Поэтому мы не сможем ее просто так вот взять и разрезать. Именно поэтому я не знаю, что делать, Банда. Но ничего страшного, мы ее обязательно сегодня разрежем и посмотрим, что же находится внутри этой куклы Аннабель. В принципе, если смотреть на эту куклу, то нет ничего примечательного, обычная кукла, как мы видим. Но, блин, она реально проклятая, Банда. Особенно то, как она меня хотела убить в прошлый раз. Окей, Суприм Банда, это просто жесть. Мы сейчас реально разрежем эту куклу Аннабель. Вы бы знали, как мне страшно, не кажется. Ё, это жесть, вы это видели, Банда? О, господи, вот мой нож. Чёрт, он реально влетел. Серёжа! Что? Она только что поднимала руку. О, чёрт, это просто жесть, Суприм Банда, я же говорил, она реально живая. Уже нельзя оттягивать, нужно быстрее её разрезать. Банда, я очень сильно волнуюсь, поэтому взял на всякий случай водички. Это просто жесть, Банда, господи, мы сейчас реально разрезаем проклятую куклу Аннабель. Вы бы знали, как это страшно. Окей, Банда, тем не менее, давайте снимем это её легендарное платье, посмотрим, что же там находится под низом. И, кстати, Банда, посмотрите, здесь не так и просто снять это платье. Оно просто уже сшито прямо на этой кукле. Поэтому придется его, скорее всего, просто брать и разрезать. О, Банда, это просто жесть. Гляньте, мы реально разрезаем это платье, черт. Мы реально уже сняли это платье с Аннабель. И, в принципе, это обычная кукла. Так сразу не скажешь, что это какая-то проклятая кукла, это реально обычная кукла. Окей, давайте уже полностью снимем с нее это платье. Господи, Банда, просто посмотрите, мы реально разрезали это платье, черт, гляньте, вот это реально настоящий пластик. Окей, тем не менее, Банда, предлагаю уже начать разрезать эту куклу Аннабель, потому что уже реально время подходит. Вы знали, как я волнуюсь, тем не менее, Банда, я уже готов. Окей, Суприм Банда, я очень сильно волнуюсь, господи, мы сейчас реально разрежем проклятую куклу Аннабель. Надеюсь, вы готовы, черт, окей, это такая Аннабель. Господи, вы это видели, Банда? Гляньте, я еле-еле коснулся куклы, а уже весь стаканчик разлетелся. Мне кажется, это уже было какое-то предупреждение. Просто посмотрите, сколько здесь осколков. Это жесть, Банда. Я же вам говорил, это реально проклятая кукла. Просто гляньте, здесь куча этих осколков. Даже на полу есть, вы это видите? Это жесть, Банда, какая же это стрёмная кукла. Она реально проклятая. Тем не менее, давайте уже не будем оттягивать, поскорее ее разрежем. А то она может еще что-то ужасное сделать. Окей, Банда, посмотрите на ваши глаза, сейчас разрезаю куклу. Вот, да. Господи, это просто жесть, Суприм Банда, я реально только что проткнул куклу Аннабель. Окей, Банда, как видите, она реально пластмассовая. И здесь нужно что-то разрезать такое, чтобы мы могли туда сунуть руку, что-то вытащить. Именно то, Банда, я разрезаю еще более сильнее. Окей, Суприм Банда, это просто жесть, гляньте. Мы уже разрезали эту куклу, посмотрите, здесь какой-то песок. О, господи, Настя, зачем он здесь? Я не знаю. Давай его просто будем как-то открыть. Гляньте, Банда, там реально есть какой-то песок. Вы это видите, зачем здесь песок? О, черт, это реально жесть, господи. Глянь, Настя, я уже там что-то вижу, ты это видишь? О, господи, там вот какой-то ключ, или что это? Черт, посмотри. Это реально какой-то ключ, Суприм Банда, вы это видите? Это жесть, Настя, что это за ключ? Он такой еще древний. Это ключ из моего сердца. Ах, и тем не менее, Банда, я не знаю, что это за ключ. Давайте просто его отложим, пусть лежит. Было бы неплохо найти этот замок и открыть его, узнать, от чего это. Ах, и тем не менее, Настя, давай посмотрим, что там еще есть. Там реально куча песка, ты видишь это? Да. Это жесть, Суприм Банда, господи.
Я еще что-то щупал. Посмотри, вот с той стороны, ты это видишь? Там реально что-то есть. Гляньте, Бонда, там реально что-то есть. Вот оно, это просто жесть. Что это? Окей, Суприм Бонда, я не прошибся. Проклятой кукле, на мне реально что-то есть. Гляньте. Этот ключ и еще что-то. Что это вообще такое? О, господи, оно такое огромное. Ты это видишь? Да. О, черт, как же его достать? Окей, Суприм Бонда, посмотрите, что это? Это жесть. Настя, ты это видишь? Да. Это какой-то всевидящий глаз. О, господи, Бонда. Это какой-то иллюминат, всевидящий глаз на руке. Если она бы состояла в каких-то иллюминатах, это рука на одинаковых пропорциях. Здесь нету большого пальца и мизинца. Окей, давайте продолжим наши поиски. Я уверен, что это еще не конец. Там еще что-то будет очень мистическое. Черт, я еще что-то чувствую. Я не могу ее достать, нужно сильнее разрезать, Бонда. Это жесть, господи. Там реально что-то еще было. Окей, смотрите, я еще сильнее разрезал куклу. И гляньте, там реально что-то лежит, вы это видите? О, господи, что это такое? Оно что, в крови? Что это такое красное? Это какая-то мумия или что? Это просто жесть, Суприм Бонда. Окей, наверное, не буду это мыть. Давайте просто попробуем это размотать, посмотреть, что у нас там. О, гляньте, Бонда, это реально какая-то мумия. Вы это видите? Она бы села какую-то мумию. Господи, Бонда, посмотрите. Это уже не какая-то статуэтка. Это статуэтка ангела. О, господи, это просто жесть. Гляньте, это же есть крылья. Это реально жестко, Бонда, потому что на одном из форумов когда-то давно я читал, что ангел, чтобы обезопасить себя, превращается в статуэтки. Получается, Бонда, это живой ангел. И он пытался себя обезопасить от Аннабель. У нас тут реально статуэтка живого ангела. О, господи, я еще что-то нащупал. О, господи, посмотри на это! Это еще одна мумия ангела, и она тоже в крови, вы это видите, Бонда! Это просто жесть, это уже второй ангел, который пытался спастись от Аннабель! Окей, Суприм Бонда, мне все, что это не верится, тут реально проклятая кукла Аннабель! И то, что я с него вытаскиваю, это реально стрёмно! Это еще один ангел-мумия! О, Бонда, я вам говорил, это реально фигурка ангела, посмотрите на это! Аннабель реально сражалась с ангелами! Это жесть, Бонда, окей, давайте посмотрим, что там еще есть! Я уверен, что это еще не предел, там еще что-то очень ужасное! Эй, Бонда, посмотрите, вы это видите? Это еще одна фигурка ангела, это уже четвертая. Мы случайно нашли третью фигурку, это четвертая. Все ангелы, все мумии просто в крови. Получается, она реально побеждала ангелов. И они, чтобы спасти себя, превращались в фигурки, статуэтки. Это лишь как-то могло их спасти. Это жесть, Бонда, тут реально четыре ангела-мумии. То, что находится в Аннабель, это страшно. Я уже терпится поскорее увидеть, что там еще есть. Потому что я уверен, там будет такая жесть. Окей, Суприм Бонда, давайте еще раз посмотрим, что там есть. Я упадет, я уже больше ничего сейчас не вижу. Хотя, погоди, нет, вот. Глянь, что это? Ты видишь это? Это какая-то записка или что? О, господи, окей, давай скорее это достанем, посмотрим, что там. Окей, Суприм Бонда, гляньте, здесь реально еще что-то было, не подумать бы это не мог. Господи, здесь уже есть какая-то кровь, ты это видишь, Настя? Это просто жесть, Бонда, гляньте, эта фотография, она полностью в крови, черт! Вы это видите, здесь фотография какого-то мальчика, и его глаза, они замазаны чем-то. Еще посмотри, что это за надпись. Черт, это написано мертв! Получается, это был прежний хозяин Аннабель. Эта кукла, она была у него, вы это верите, Суприм Бонда? Аннабель просто его убила! Даже Суприм Бонда, мне все еще это не верится, эта кукла, она реально убийца! Она же и тебя хотела убить! Да, вы помните, Бонда просто меня, она взяла нож, и она хотела меня убить ночью! Все фотографии просто в крови, да еще в свежей крови! С учетом того, что эта кукла, она пришла вчера, она могла прям вчера убить своего хозяина, прежнего хозяина! Это жесть, Бонда! Окей, черт возьми, не хочу больше это уже видеть, давайте быстрее посмотрим, что здесь еще есть, и уже просто его выбросим! Окей, черт, я больше ничего не вижу, Настя, ты в это веришь? Черт! Смотри, там еще что-то есть, там какая-то бутылочка стеклянная, ты это видишь? Господи. О, господи, это просто жесть, я сам не знаю, что это. Черт! Гляньте, это какая-то записка, вы видите это? О, господи, окей, давайте уже откроем, посмотрим, что там. Черт! Окей, что ж, это отложим, что у нас здесь? Здесь реально какая-то записка, Бонда, посмотрите, она уже красная. Она уже, похоже, в крови. Окей, что у нас здесь? О, черт, посмотрите, оно все слиплось. Черт, ты посмотри на это! Это пентаграмма нарисована кровью, ты видишь это? Да. Здесь реально есть звезда и круг. Это жесть, Бонда! А что если это пентаграмма нарисована кровью этого мальчика? Господи, Бонда, погодите, а что если? Она хотела убить этого мальчика, ее хозяина, прежнего хозяина. Но за него заступались его ангели-хранители, четыре ангела. После чего они поняли, что они уже проигрывают и просто сдались. И она убила мальчика, видите, здесь реально написано кровью. После чего Бонда на его крови нарисовала эту пентаграмму. Это жесть, Бонда, ключ это от его дома, она просто сбежала. А потом она попала ко мне. А что, если она и с тобой хотела то же самое сделать? О, черт, Бонда, да, она же реально хотела меня убить. Она, скорее всего, хотела сделать со мной то же самое. Окей, Бонда, тем не менее, это жесть. Господи, эта теория, она реально безумная. А с помощью этого видящего глаза, наверное, жила. Вы видели, после того, как мы вытащили этот глаз, она просто перестала двигаться. То есть из-за этого глаза она жила. Это жесть, Бонда, кукла Аннабель, она реально страшная. Получается, Бонда, мы победили куклу Аннабель, мы все-таки смогли это сделать. Она реально стрёмная, просто гляди на это. Окей, Суприм Бонда, тем не менее, вот комменты за прошлое видео. Господи, какие шикарные, просто идеальные комментарии. И просто, знаешь что, если вдруг ты хоть
смотрю еще видео, всего лишь тебе нужно это опуститься ниже. Нажать свой лайк и колокольчик, и все, притужим в новом видео. Лайк, лайк, коммент, имя в новом видео, бандиты, пропомни. 10 тысяч лайков, я покупаю куклу Чак и разрезаю ее. Так что бандиты, все в ваших руках, ей бро. Помни одно, оставайся такими шикарными, пока!